ничего себе сказать. Может, получится. Не исключено. После этого меня переведут в Москву. Служебную машину я смогу оставить себе. Буду работать на теплоэлектростанции. Да и тебе наверняка помогут найти работу. Если дела пойдут не очень, тогда... Попробуй продать мою коллекцию самолетов. Тебе в этом Вола поможет. Да. Там в ящике для белья, в желтой диван-кровати есть немного денег. На эти деньги я бы купил тебе пальто. Ты бы заслужила, Ольга. То, что я не говорил тебе об этом, не значит, что я не продолжаю тебя любить.